взглядом мы уводим от несчастья тех, кто рядом. Если честно, беспристрастно говорить с людьми, то ли судьба подвластна. Коль сердечно нам общаться, а не гордо, то легко найти к чужой душе аккорды. Если не юлить, не лгать, а жить открыто, меньше поводов для ссоры и обиды. Находите аргументы, чтоб заслуженно дарились комплименты, и старицей возвращалось то, что ранее никем не замечалось. Выбирайте в жизни в качестве эскорта тех, с кем сердцу и душе всегда комфортно, чтоб всегда иметь надежную эгиду. Расточайте всем добро, а не обиду. Очень важно, чтоб в карьере разум с чувством совмещались в полной мере, чтоб они не истреблялись, а в содружестве росли и углублялись. И тогда по жизни вы пройдете твердо, видя преданных друзей своих когорту. Когда судьба вас подведет к зениту, вы в сердцах людей не будете забыты. И тогда, когда в душе сердечно гордо снова зазвучат призывные аккорды, покидая вновь свою земную свиту, жизнь направьте вы на новую орбиту.